Партія «Слуга народу» має пройти очищення, і якщо хтось у цій політичній силі став учасником гучного скандалу, то провину за це відчуває на собі президент. Ми повинні робити все, що ми обіцяли. Все, що ми пообіцяли, закінчити війну, держава в смартфоні, новий виборчий кодекс, нова податкова система. Ми повинні все це зробити. Для мене, якщо якийсь депутат партії «Слуга народу», якщо він там таке слово в лапках, да, зашкварився, я відчуваю на собі цю вину, тому що ця людина в партії «Слуга народу», ось і все. Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, я це казав, тобто всіх мажоритарників, ми не могли це зробити. Ми говорили, що буде очищення, ми повинні це робити. Тож, пане Михайле, ну якщо Зеленський дійсно мріє, щоб виконати усі свої обіцянки, то я дуже чітко пам'ятаю його основну обіцянку – весна прийде, будемо саджати. На дебатах на стадіоні він казав Порошенку, що я ваш вирок. Де вирок? Вы знаете, Зеленский, он, то, что он говорил, мерить нельзя. Он сделал со своими обещаниями то, что он сделал перед стадионом. Вот он на эти обещания то же самое сдал анализа. Все, что он сделал. Что он сказал? Почему вообще, давайте вот разберемся, из-за чего вы выбирали Зеленского, из-за чего так называемый феномен Зеленского, хотя я феноменом его не считаю, это сыграл просто маркетинг. Все голосовали против Порошенко. Да, это все голосовали против Порошенко. И второе, можно сказать, равноценное, это люди голосовали за мир. За мир и стабильность. Вот что они хотели. Зеленский сказал, я мир. Так же, как и Порошенко в свое время. Где мир? Прошло уже полгода. Никакого мира, даже сподвижек никаких нету. И он говорит, я хочу... Разведение все-таки было какое-то. Это все, ну, это не мир. Понимаете? А что, Порошенко не привозил военнопленных? А что, Порошенко из этого не начинал? Все то же самое, он идет по пути, и опять же начинается та же старая песня «Хвост виляет собака», и националисты опять виляют Зеленским кто куда хочет. Более того, еврей Зеленский финансирует нацистов на Украине, это вообще нонсенс какой-то, такого еще в истории мировой политики и практики никогда не было. Дякую, пане Микито, а вот с вашей точки зору, что Зеленский мав на увазі, що от хто зашкварився, той буде відповідати. І, ну, в принципі, скандалів було настільки багато, що там півфракції треба звільняти просто і назначати перевибори. До речі, може, зразу і з виборами президента. І так, я, щоб закінчити розговори з Зеленським, перше, що би ви йому не советували, він ваших советів слухати не буде. Второе. Это комический актер, который попал на драматическую роль. Как показали уроки Маруси Зверобой, которая открытым текстом послала и суды, и прокуратуру, и те проглотили обиду, как спелую сливу, и ничего, так сказать, не возмутились. Зеленский очень сильно опасается тех людей, которые с ружьем. А с ружьем у нас, по самым скромным подсчетам, от миллиона до трех. Армию он не контролирует, это всем известно, это не надо повторять. Угрозы к нему сыпятся слева и справа, и он лавирует между ними и пытается что-то быть и нашим, и вашим преданным. Единственное, я не понимаю, как человек, выросший в этой стране, воспитанный своим отцом и своим дедом-фронтовиком, какого черта он сдает украинскую землю? Что ему, заплатят за это? Или он не понимает, чем это кончится? Я охотно верю, что не понимает. Не тот уровень образования. Все мы тут свидетели, все мы читали украинскую классику 19-20 столетия. Чем кончается в Украине борьба за землю? Кровью. Винную. Кровью, однозначно. И когда будет это, то меньше всего будут смотреть, какой ты национальности или какого... Будут смотреть на цвет твоей партийной принадлежности и на то, что ты делал до, условно говоря, 20-21 года. Кем ты был? Ах, ты там был? Ах, ты за это голосовал? Никто в этом не сомневается, как не сомневается в том, что Зеленский – последний президент Украины. Маховик запущен. Если болезнь уже проявила себя и дали результаты анализа, так сказать, позитивные на
то маховик запущен. Оппозиция слишком слаба, чтобы остановить Зеленского. Они делают все возможное в рамках условной демократии.